Выбираем Лёшке костюм. Снимают мерки. Скоро будет красивый костюмчик на свадьбу. Что, это свадебный торт? Свадебный торт, да. Мы к свадьбе готовимся. Тортик ищем, смотрите, свадебный. Хоп, короб, хоп. Короб. Тут вечеринка. У нас танцы. Тара-тан, тара-тара-тан, тара-тан. 5 месяцев. Аленочка, мы тебя поздравляем. Счастья, как говорится, радости желаем. Что сама пожелаешь, скажи своему сыну? Я скажу, 5 месяцев это всего лишь... Пусть это очень мало, но очень значимо. Ну, зато очень значимо и важно для нас. Я хочу пожелать своему сыну, чтобы он рос здоровеньким, счастливым, радовал маму и папу. Это самое главное. И бабушку тоже бабушку обижала. А можно еще вопрос такой нескромный? Почему ты держишь двойку перевернутую вверх ногами? Это был секретик. А это вопрос для всех. Почему именно так? Все, я тебя папе тоже поздравляю. Двойка, понимаешь, папе двойка. От души, от сердца любим, целуем, ценим. Спасибо. Урашечки, ура. Снимаю еще раз, пока Майя не скажет правду. Мне надо подстричься или нет? Нет. Как ты думаешь, на самом деле, истинное твое желание? А мне нравится твоя стрижка, как была на концерте Бузовой. Все, пока. Мне надо подстричься? Правду говори. Правду только. От чистого сердца. От сердца. От сердца. Мне нравится твоя стрижка, когда тебе было год. Что? Короче, я что-то расстроился немножечко, поэтому, девчонка, сегодня больше ко мне не подходите. Все, это беспредел. Не нравится, значит, моя стрижка. Ну, хорошо, хорошо, я им припомню. Хорошо, 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 хорошо.